сила судьбы. Дирижирует Дана Муриева. Thank you.
Солист оркестра Большого театра России Евгений Гурьев. Спасая, мир защищая, шел.
sogna da pormi mi cantar se meglio è gitano quando è sparati mi cantar e ciò ne fantasia mi cantar flor de melancolia e ciò te vengo Granada, tiranza engrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca negrana y hermosa manzana que me habla de amores. Granada, manobra cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le dieran amargo a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de лауреат всероссийских и международных конкурсов Илья Хардиков. Thank you.
Виктора Романовича часто спрашивают в различных интервью про его учителей. И я вот буквально процитирую нашего юбиляра. «Я учился у многих прекрасных педагогов, музыкантов, дирижеров, но решающую роль в моей профессиональной судьбе сыграл все же один. Мне повезло, как и многим другим сверстникам, в годы учебы учиться по классу инструментовки у Леонтия Федоровича Дунаева, выдающегося мастера духового оркестра. Гимн Советского Союза, нынешний государственный гимн России, не просто популярный, но легендарный марш «Прощание славянки» — это все инструментовки Дунаева. Но это лишь вершина айсберга, потому что им выполнено 700 аранжировок произведений в самых различных жанрах. Не умаляя таланта композиторов, можно с уверенностью сказать, что все сочинения, к которым прикасается рука мастера, просто обречены на долгую, подлинно художественную жизнь на радость слушателям. Такова судьба и произведение, которое сейчас прозвучит, но прежде чем объявить это произведение, я хотел, чтобы мы поприветствовали Леонтия Федоровича Дунаева. Он в этом зале. Леонтий Федорович. Это легенда. «Прощание славянки» и вальс Арчибальда Джойса «Осенний сон» обрели свою новую художественную жизнь практически в одно и то же время. Декабрь 68-го, январь 69-го года. Первым исполнителем был, естественно, оркестр, который сегодня на сцене. А тогда именовался первый отдельный образцово-показательный военный оркестр Министерства обороны Союза Советских Социалистических Республик. Итак, Джойс. Вальс «Осенний сон». Концертная обработка Дунаева. Исполнение посвящается профессору, доктору искусствоведения, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Леонтию Федоровичу Дунаеву. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации дирижирует полковник Виктор Худолей.